Здравствуйте. Вот такие два у нас сейчас механизма. Это мини-трактор с отвалом для уборки снега на территории. Познакомлю маленько с конструкцией его. 15-сильный лифан стоит, клиноременное сцепление. Профиль Б. Значит, все здесь механическое. Ни гидравлики, ни электрики, ничего нет. Потом идет коробка жигулевская. Цепная передача на кардан. С кардана на оба моста. То есть 4 ВД. Рулевой механизм жигулевский. Рулевая баранка жигулевская. Здесь фаркоп, сиденье, тормоза гидравлические на диск, гидравлический на диск тормозной. Вот там идет этот механизм. Тормоза, кстати, классные. Рулевой механизм здесь кулак поворотный жигулевский передний. Вот так вот. 4 года примерно эксплуатируем мы всю эту технику, вот это вот именно. Даже сцепление не пришлось менять. А говорят, что ременное сцепление плохое. Вот эти два ремня купили в запас. Так уже 4 года и возим. Вот эта техника. Он в ту горку на этих ремнях затаскивает газель. Веса, конечно, маловато, но тащит, упирается хорошо и затаскивает. Ну, а этот уже на гидравлике. Передний отвал или ковш, как говорится. Так, поднимает он где-то около 2 метров. Из особенностей. Вот здесь попался нам кулак рулевой со ступицей от комбайна. Комбайна какого-то Нивы, что ли, по-моему. И вещь подошла прямо как будто так она и должна была быть. Здесь стоит бак небольшой на 8 литров примерно. И опять же ременное сцепление. Опять же профиль Б. Ну, я скажу, что у нас предпочтение для ременного сцепления почему-то наблюдается. И тянет хорошо, и не проскальзывает. Здесь уже со стартером, со всеми делами. Здесь приборы, которые показывают. Это такой с счетчиком моточасов, выключатель. Здесь температура мотора показывает. Включаем вот так. Вот так вот включаем. Зажигание включено. И теперь можно заводить со стартера. Подсос сюда выведем. Вот такая конструкция. Фары ФСО не очень дорогие. Ну, остальное, в общем-то, все. Как оно и должно было быть на них. Здесь, чтобы не дышать гарью, вывели трубу сюда выхлопную. Ну, вроде лучше. Это вроде лучше. Вот такая конструкция. Один трактор у нас работает у родственников в деревне с прицепом. Тоже никаких проблем, уже, наверное, года 3-3,5 отработал. Никаких проблем. Построен он был по вот такой схеме. То есть, чем проще механизм, тем меньше у него там наворотов, электрики, гидравлики, тем надежнее. Тем надежнее. В этом убедились, когда
когда строили вот этот погрузчик. Ну вот и все. Краткий обзор.